Чебоксары – один из центров отечественного тракторостроения. Чтобы историю этих агрегатов знали все жители и гости столицы, 29 октября 2011 года в Чебоксарах был открыт единственный в России музей трактора. Стальной богатырь, степной пахарь, железный конь – так в народе называют трактор. Он легко справляется с сельскохозяйственными, строительными и промышленными работами и поэтому заслуживает особого уважения. Прикоснуться к истории дружбы человека и машины можно в музее истории трактора. В нем представлено более 500 моделей тракторной техники. Вот недавно нам подарили трактор ДТ-75 «Казахстан». Вообще мы, у нас большая география. Есть трактора Ташкентского тракторного завода, Кишиневского. В ближайшем будущем у нас будет болгарский трактор Т-54В. Есть у нас румынский трактор, итальянский, австрийский, немецкий, американский трактора. Ну, конечно же, самое интересное, самое, можно сказать, историческое – это наши отечественные трактора, начиная от тракторов «Арзон» Путиловец до сегодняшних тракторов. При музее действует и своя лаборатория, мастерская изобретателя. Изобретатели-самоучки ежегодно пробуют свои силы в конкурсе самодельной тракторной техники под названием «Кулибин 21 века». Дети школьного возраста, лет 14 лет, приходят к нам в музей, и вместе мы с ними вот так бы создали вот этот маленький трактор в прошлом году на конкурс «Кулибинах». Ну, правда, пока получился у нас такой неуклюжий, но я думаю, со временем у нас будет еще лучшие экземпляры. В музее трактора можно не только узнать историю этих машин, но и познакомиться с орудиями труда 19 века, научиться кузнечному делу и даже выковать подковы себе на счастье. Евгения Ракова, Андрей Шоклев, Республика.